Табаляк в одной из социальных сетей решил заказать товары, но попался на уловку мошенников. После того, как потерпевший оплатил покупку, продавец перестал выходить на связь. Заказал у них заинтересовавшие меня вещи. Это костюм и кроссовки. И они пояснили о том, что в течение 5 дней вещи придут по почте России. Скинули данные для оплаты. Сказали, после отправки они представят скриншот или фотографию квитанции об отправке по почте России. Они этого не сделали и закинули меня в черный список в данном сообществе. С начала года в подобную ловушку попали еще 7 табаляков. Сотрудники полиции рекомендуют, прежде чем купить товар в интернете, прочитайте отзывы об онлайн-магазине и только после этого принимайте решение об оплате. Также будьте внимательны и не доверяйте просьбам о полной или частичной предоплате за товар.